Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. С вами снова творческая мастерская «Ларец чудес» и я, Чернова Юлия. Сегодня продолжаю делиться секретиками. Это третий урок из серии «Пошив текстиля для дома». Сегодня мы с вами будем делать ажурный ламбрекен. Что такое ажурный ламбрекен, я сейчас немножко поподробнее остановлюсь. То есть ламбрекен изготовлен методом гильоширования. Это метод основан на выжигании по ткани. Метод гильоширования работает только с синтетическими материалами. Если в материал добавлена хб-шная нить, либо льняная, то есть этот метод у нас уже мы не сможем им воспользоваться. То есть у нас в наличии имеется материал софт. Он синтетический материал, без добавления ни хб-шной, ни льняной нити. То есть мы сейчас будем из него делать ажурный ламбрекен. То есть начинаем мы нашу работу с изготовления лекала. Итак, открываем наш ларец и начинаем творить чудеса. Вот передо мной лежит распечатанное лекало. То есть я его распечатала на обычном принтере. Состоит оно у меня из 25 листов. Сейчас я покажу, что с этим совсем нужно делать. То есть, когда я первый раз распечатала это лекало и забыла про его пронумеровать, я 2,5 часа ползала на полу для того, чтобы собрать его в кучу. Сейчас они у меня, все листочки, как вы видите, пронумерованы. То есть, это все сделано для удобства. Итак, приступим. Для этого нам понадобятся ножнички, непосредственно наши заготовки лекала и обычный клей-карандаш. Если нет клея-карандаша, это можно делать обычным скотчем, любым. Но немножко при склеивании скотчем лекало у вас будет немножко деформироваться, чуть-чуть съеживаться. То есть это дает небольшую погрешность. А нам нужна точность для того, чтобы впоследствии у нас получился очень красивый ламбрекен, полностью соответствующий лекалу. Итак, приступим. Вот наши с вами заготовочки, которые распечатаны на листьях формата А4. Вот таким вот образом. Сейчас я покажу, как это делаю я. То есть нам его нужно сейчас будет собрать. Для этого я обрезаю вот этот край по линии и наклеиваю вот сюда его. Для этого я беру клей-карандаш, мажу прям хорошо так, не жалейте клей, и аккуратненько, совмещая все линии, я его сюда приклеиваю. Работа это очень долгая, очень аккуратности требующая, чтобы получить в итоге хорошее, правильное, а главное, пригодное для работы лекало, нам нужно с вами сейчас очень постараться. Если вы видите, что где-то у вас там отклеилось, снова аккуратненько подклеивайте. Вот сейчас клей-то какой-то весь не клеющий. Можно это приклеивать, в принципе, клеем ПВА. Но мне проще карандашом, поэтому я буду делать им. Дальше берем третий листочек, смотрим. Он у нас вот в эту сторону должен уходить. Также мы обрезаем краешек. И будем приклеивать его вот сюда. И так, пока мы не соберем всю нашу композицию вместе. Итак, первый ряд мы склеили,
Теперь приступаем ко второму ряду. То есть я здесь уже начала. Вот тут у меня в первом рядочке, 8 листов. Вот я здесь уже дошла до 13 листа. Хочу показать, чтобы вы не запутались. Здесь я лист обрезаю с двух сторон. То есть я беру, прикладываю. Смотрю, что это действительно лист отсюда. То есть я его обрезаю таким образом. То есть я срезаю вверх. И вот эту сторону. Вот эту сторону я оставляю. Опять прикладываю и смотрю. Да, действительно, это у меня тут листик, который мне здесь просто необходим. Все, я его вклеиваю. И так продолжаю до конца следующего ряда. Итак, мы лекало склеили. Все мы с вами собрали. Теперь нам его нужно аккуратненько по контуру вырезать. Я начинаю вырезать с основных линий. Для того, чтобы убрать лишнюю бумагу, выбросить ее. И потом уже аккуратно вырезаю внутренние элементы. Кто-то вырезает лезвием, кто-то делает это с помощью ножа. Я вырезаю маникюрными ножницами. То есть самый наш основной женский инструмент. Маленькие маникюрные ножницы очень удобны. То есть подлезают во все вот эти маленькие уголочки. Получается очень аккуратное, точное лекало, с которым потом очень удобно работать. Итак, мои дорогие друзья, лекало мы с вами склеили, лекало мы с вами собрали и лекало мы с вами вырезали. Все, данное лекало готово у нас к использованию. Как, что с ним делать дальше, я покажу в следующем видео изготовления ажурного ламбрекена. То есть там я покажу, как нужно его приложить, как его нужно приколоть и как его нужно обвести. И что с ним нужно делать дальше. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Будем общаться. Отвечу всем. Всего доброго. До новых встреч.